Assalamu alaikum. Hoş geldiniz. Assalamu alaikum. Assalamu В Кыргызстане впервые успешно проведена операция по трансплантации почек. Президент Садыр Джапаров посетил больницу кыргызско-турецкой дружбы в Бишкеке, где впервые проведена успешная операция по трансплантации внутренних органов. Руководство больницы проинформировало, что учреждение полноценно начало проводить подобные операции. И для этого больница оснащена квалифицированным медицинским персоналом, современнейшим оборудованием, аналогов которого пока нет во многих странах. Кроме того, в настоящее время в Кыргызстане находится 140 медицинских специалистов из Турции, которые проведут в стране 2-3 года и будут на практике обучать местных врачей. За этот период отечественные специалисты наберутся опыта и самостоятельно начнут проводить операции по пересадке почки. Глава государства навестил пациентов, которым впервые провели операцию по трансплантации внутренних органов, поинтересовался их здоровьем, самочувствием и условиями пребывания в медучреждении и пожелал им скорейшего выздоровления. Садыр Джапаров с удовлетворением отметил, что теперь гражданам страны не понадобится выезжать в дальнее зарубежье для проведения жизненно важных и дорогостоящих операций. Если там, за границей, они несут колоссальные затраты в размере 50-60 тысяч долларов, то здесь, в Кыргызстане, аналогичная операция обойдется в районе 10 тысяч долларов. В связи с такой низкой стоимостью отечественные специалисты смогут обслуживать пациентов еще из других стран. На сегодняшний день в Кыргызстане насчитывается порядка 2600 больных, получающих гемодиализ. На каждого пациента государство в среднем выделяет 6500 сомов на один сеанс. Таким образом, на оплату этих процедур в течение года из госбюджета выделяется порядка 2,5 миллиардов сомов. Глава государства подчеркнул, что если в перспективе вырастет спрос на проведение подобных операций со стороны иностранных граждан, то это направление необходимо и далее развивать и расширять. И поручил предусмотреть возможность увеличить площадь участка земли, где расположено данное медучреждение для строительства дополнительных медицинских корпусов и приема большого количества пациентов. Президент Садыр Джапаров также наградил почетной грамотой генерального директора по Европейскому Союзу и внешним связям Министерства здравоохранения Турции Кылыча Селами и главу департамента Главного управления государственными больницами Министерства здравоохранения Турции Ташкына Мустафу. Ташкын Мустафа, Түркия Республикасының Саламаттық сақтау министрлігінің мемлекеттік органдар басшысы басқармалығының департаментінің басшысы. Түркия Республикасының президенті Садыр Джапаров.